Всем доброе утро. Патрик, ну расскажи всем, как ты себя чувствуешь? Патриотик. Мы вчера приехали. Еще ни разу не слышала, чтобы он кашлял. Да? Ой, вы бы видели встречу с пилотиком. А вы бы видели, что у нас в теплице. О, красота какая. Помидоры красные, красные. Вот они, вот они, вот они. Вот они. Так, пойдем, 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 пилотичка. Пойдем, потом будем здесь порядок наводить. Надо будет разобраться. Подожди, 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 подожди. Ой, это такая прелесть была. Смотри, ай, не могу. Так я, по-моему, соскучилась. О, такие толстючки стали. Ой, ой, какие. Ого. Какие вы здоровенькие. Мамка-то откормила вас, да? Сисек-то много. Мамка откормила. Вот этот вообще, гляньте, как он здоровенький, а. Иди, Ева, давай. Шерихую. Она вот здесь, Руш, все, надо залазить. Гляньте, какие хорошенькие, да, а нам говорили, вот кто. Знали. Ой, бежал, упал. Кто поближе видел поросят, не вот не через камеру, потому что камера где-то и уменьшает. Надо будет уже почистить. Вот там все почистить, убраться надо, да. Ой. А, и это говорили, что они у нас такие хорошенькие. Толстенькие такие, такие крупненькие поросята. Уже складочки, да? Хрюнь. А ты че, чешешься, как мамка? Ай, соскучилась. Ну, мы вчера вечером пришли, посмотрели все. Соскучились по всем. Да? Мордахи вы наши. Эти уже... Мамка ест, и они и хотят. Мамка, ты ешь, и мы хотим, да? Ну, уши у вас. Сейчас опять зависну. Хорош, кабанчики прям такие, знаете, упитанные. Молочная, видать, она, мамка. Хорошая. Сегодня у нас ветрено и пасмурно. Но сегодня дождь обещают. Гости. Гуськи! Надо будет это поехать корм сегодня купить для них. Отделить место, чтобы они ели. Угу. Чтобы она не съедала их корм. Они не так голодные, как есть хотят. Они просто любопытство у них. Они же растут, любопытство, как у детей, как у любых детей, любопытство есть. Вон у нас у пилотика корм стоит в чашке, он выбегает, Нэнси не ест, а корм, тихо, а свой корм стоит в чашке. Ой, что такое? А свой корм не нужен. От любопытства ест Нэнси. Thank you.
Че, здесь нет помидор еще красных? Ну, помидоры все вон погорели. О, смотри, Руш, как все сгорело. Жара стояла 37. 37, представляете, стояла жара здесь. Идем, идем, Марточка, идем, красавица. Огурцы сгорели, тоже видела. Все горит. Ой, гляньте, какой перец. Ой, вот это перчик, слушайте. А я думала, если честно... А? Я думала, у меня не будет перца здесь. На огороде, так как я все близко очень посадила. Сколько яблок, а? О! Тихо. Это что было? Главное, наших малышей не пугайте, да? Пилотик, Нэнси. Вон она. Нэнси в шоке. Нэнси, скажи, что это было? Ой, Марте надо будет. Да, уборка территории. Сразу такая нечистая. Да? Ну ничего, уберемся. Уборку сделаем, да и все. Ой, мамочка, ой, что с ней? Распрыгалась Марта. Пилотик, ты-то хоть не подходи. Все снесла на своем пути, а? Все посносила. Видите вы мои телепузики. Ой, лезут, лезут, лезут. Ой, всем надо. Залез. Ты зачем так сделала? Ты зачем его обидела? Как дала, дала ему хорошенько. Бедолаги. Воспитание, да, такое? Воспитывает. Воспитывает вас мамка, да? Циркачка наша. Ой, травка немного подросла, да? Ну да, немножко выросла. Радуется. Скачет. Да, Макс, сейчас к тебе тоже приду. Ой, на улицу хотят, соскучились. Ой, как соскучились. Опа. Так. Пилотик, не подходи туда, пилотик. Да, страшно. Работы много, надо вот эту сетку подтянуть, да? Рушан, сетку надо подтянуть немного. Ты дерется? Дерется. Драчун у нас растет. Это? Ты что туда залезла?
Петрович. На него, кстати, можно садиться, за рога держаться и кататься. Ой, куточка, куда же ты лезешь-то, а? Ой. Все, отпускать? Открывай, да, тут что-то надо распутаться здесь немножко. Открывай, открывай. Ой, она уже... Сидишь, они... Стоп, немножко это... Выдвинь. Нэнси, убегай. Плюшевые попки идут. Все, гулять пошли. Куда? Че, пилотик, за такими не гоняешься? Так, ну шутни. Давайте. Пилотик помощник, да? Ой, все соскучились по свежей травке. Такое утро хорошее, да? Пилька, Пилька, пастушок ты наш маленький. У них лемур. Так как бы не разодрались. Нельзя, что корова, допустим, с бараном вот так лбами стукнуть. Нельзя? Баран вырубит сразу корову. А, да ты чё? Ну, может, он еще молоденький. Не в этом дело, просто у барана точка это меньше и мощнее. Ага.